Так, о раке. Февраль 2022 года. Что ожидает наших раков? Значит, раков ожидает... Мне показали парту, доска. И вот как-то вот... Как обучение, как какой-то класс. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что в этом месяце вам придется обучаться. Чему-то обучаться. Возможно, вас пошлют на какую-то конференцию. На какие-то курсы. На какой-то симпозиум. Возможно, на работе какие-то новые программы какие-то будут, что вы там будете сидеть, обучаться новым бухгалтерским программам там, или еще каким-то программам. Но у каждого это обучение будет свое. Может, кто-то вас будет обучать кулинарные способности, кто-то там, может, подружка будет обучать вас, как торт там испечь. Вот. То есть это месяц вот какого-то обучения будет. Это обучение у каждого оно свое. Вот, может, кто-то на курсы пойдет, может, кто-то займется йогой. Но это тоже процесс обучения. Вас на курсы будут обучать, как йогой заниматься. Вот, вас пригласят там на курсы. Но в любом случае это обучение. И на работе вот, там, то это скажут, пройди обучение, там, надо будет что-то сдать, то другое что-то. Ну, короче, весь месяц будет как обучающий момент. Вот обучающий. Вот, так что приготовьте ручки, тетрадки. Вот. Ну, сейчас уже не ручки, тетрадки. Сейчас, может быть, уже планшеты, телефоны, чтобы смотреть новые программы. Ну, как бы вас жизнь будет обучать. Это все для вашего дальнейшего жизненного развития. Может, для работы, для повышения. Вот. Но это все вам в плюс. Значит, всем удачи, всем пока.